Француз Робер Маршан побил собственный рекорд скорости езды на велосипеде среди людей старше 100 лет. В сообщении уточняется, что новый рекорд был установлен в пригороде Парижа. За час 102-летний велосипедист сумел проехать без малого 27 километров. Поддержать спортсмена пришли около 300 человек. По словам Маршана, он чувствует себя хорошо, хотя ближе к концу дистанции начал уставать. При этом своим результатом велосипедист недоволен. Маршан – единственный человек старше 100 лет, профессионально занимающийся велоспортом. Соответственно, предыдущий рекорд в этой возрастной категории также принадлежит ему. В 2012 году он проехал за час 24,25 километра. Кроме того, француз официально считается единственным человеком старше 100 лет, сумевшим преодолеть на велосипеде дистанцию в 100 километров. На нее у Маршана ушло 4 часа и 17 минут. Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года. Он с детства мечтал стать профессиональным велосипедистом, но в большой спорт его не взяли. В результате Маршан работал дровосеком и водителем, а также выступал в соревнованиях на любительском уровне. Профессионально велосипедным спортом Маршан занялся уже после выхода на пенсию.